Инде нана ижат тыркымы биленде достлык бирлештирип тура. Хам албетте бу достлык барыйка демиш. Негизде тура. Бүгүн алар булган тийиштериде мелеке нана тыркымынын ишлери көп, алар графиги тыгыз. Эмме лекин алар бүгүнкү күндөгү бир тарап калмадылар, алар өздөрүнүн куттоолорун жибергендер. А бу достлуктун башында 2001 жылда Умурзая клибы чыгууга себеп болуп тура. Хам 2001 жылдан бери бу достлук Дорогие друзья, вы все прекрасно знаете, что уже много лет Илья Ханум дружит с группой «Нана» и ее руководителем Барри Алибасом. К сожалению, по техническим причинам «Нанайцы» не смогли приехать на наш концерт, но прислали поздравления. Внимание на экран. Иди сюда, вот тут два места. Дорогая Илья, мы от всей души поздравляем тебя с юбилеем, желаем тебе творческого роста, хотя куда уже расти, потому что, ну... Твой профессионализм, по-моему, зашкаливает, твой творческий потенциал настолько высок, твои песни на татарском поют не только мы, группа «Нана», но и Надежда Бабкина, Марат Башар. Это радует, что ты популяризируешь вместе с артистами татарскую песню. Продолжай в том же духе, будь молода, красива, богата. Будь счастлива, радости тебе, цветов и любви. Что, это все твое. И здоровья. С юбилеем! И именно эту песню сейчас исполнит Наиля Ханум. Наиля Фатехова, аплодисменты, друзья.